Еще одна бессонная ночь. Опять один в темной квартире. В такие ночи особенно остро ощущаешь, что некому протянуть руку, прижать к себе и согреть. Тишина давит со всех сторон, и только мысли бегают в голове, как испуганные мыши, не находя выхода. Я сидел в пустом купе поезда, мчащегося сквозь ночь. Мне было не по себе. Я нервничал из-за предстоящей встречи и не мог уснуть. В памяти всплывали картины прошлого, наши совместные прогулки под дождем, вечера в кафе, ее улыбка. Но с тех пор многое изменилось. И вот теперь я ехал к ней, не зная, что меня ждет. Впереди долгий путь через Сибирь, через ее необъятные просторы и холодные ночи. Я еду к тебе, моя любовь.